Разрушенный заброшенный детский сад номер 39 в переулке Каркашадзе в районе пляжа «Дельфин» вновь планируют ремонтировать. На днях там появился информационный щит. На нем написано, что работы ведутся с разрешения городского департамента коммунальной собственности. Вопреки этому у ведомства нет таких полномочий. Разрешать или не разрешать реконструкцию распоряжается только ГАЗК. Что будет на месте сада, непонятно. О целевом назначении на табличке не сказано ни слова. Судя по информации на щите, заказчиком ремонта является некая общественная организация – Центр всестороннего физиологического и психологического развития инвалидов и детей-инвалидов АБВГДЭЙКа. Именно эта организация получила сад в аренду на полсотни лет. Сегодня на место пришли инспекторы из ГАЗКа, однако внятного комментария журналисты от них так и не добились. Підготовчі будівельні роботи не ведуться і все. Робіт немає, перевіряти не маємо права. Заброшенный детский сад номер 39 пустует уже более 10 лет. В 2014 году его арендовала общественная организация «Взаимопомощь и защита». В 2016 там был пожар, а в июле 2017 года мэрия приняла решение о реконструкции аварийного здания. Однако никаких реальных действий чиновники не предприняли. В апреле прошлого года сад снова загорелся, а после этого начальник городского управления капстроительства Панов пообещал восстановить садик, но этого не произошло. В декабре прошлого года департамент коммунальной собственности тайно сдал руины в аренду АБВГДЭЙКе. В феврале мэр Геннадий Труханов заявил о том, что восстанавливать дошкольные учреждения за бюджетный счет нецелесообразно и надо искать инвестора. Видимо, он и нашелся.